Я покажу, как скачать Bowmaster. Мод все персонажи прям открыты. Так, вы можете зайти в YouTube. Вы заходите там в YouTube. И тут сейчас... короче... А, вот, как скачать Bowmaster на все персонажи открыты. Вот, когда вы это набрали, нажимаете. И вот тут есть Bowmaster, взлом все персонажи, много кристаллов и монет. Вы нажимаете, описание смотрите. И тут есть описание. Вы в него заходите. Ссылку. Так, сейчас у меня что-то не открывается описание. Иногда такая фигня у меня. Вот, открылось описание. Сейчас. И скачать 400.13 мегабайт. Нажимайте. Если у вас будет вот так, вы выходите. И сейчас у меня будет загружаться. Вот, скачать подробнее. И тут ждите, пока скачается. Когда скачалось, вы там устанавливаете и играете. Ну и всем пока, с вами это был туториал по установке Bowmaster со всеми персонажами. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.